Председатель Совета депутатов Одинцовского округа, депутат фракции «Единая Россия» Татьяна Одинцова передала одинцовским школам номер 5 и 8 интеллектуальную игру «Мое Подмосковье». На ее игровом поле представлены все муниципальные образования, 8 наукоградов и более 6500 достопримечательностей и объектов культурного наследия. Построенный игроками маршрут проведет их по вопросам и заданиям о Московской области.